Добрый день, дорогие друзья, с вами Женя Волк. Сегодня мы поговорим, как выбрать хорошую поплавочную удочку для себя. Давайте начнем. Вот, обратите внимание, я покажу мои старые удочки. Вот она, 6-метровая. Ей можно просто убить человека. Она как дубина, тяжелая и неудобная. Вот, эта удочка еще неплохая, она 3-метровая. Я обычно с лодки в камышах ловлю, потому что 5-метровой неудобно на лодке. Мы ловим 3-метровые. Вот мои основные 5-метровки. Это обычные поплавочные удочки, бюджетные, которые стоят 300-250 рублей. Я бы так и ловил на них и думал, что это хорошие удочки, чувствительные. Пока вот не столкнулся, я хочу просто поделиться с вами. Как-то случайно зашел в магазин и взял не за 350 рублей, а за 700. Решил себя порадовать. Что могу сказать? Я до сих пор не пожалел. Эта удочка просто сделана из графита. Фирма какая-то китайская. Я даже не знаю, как это переводится. Либао Ланай. 5-метровая. Сделана она из графита. По сравнению вот с этой удочкой. Очень легкая. Раза в 3, наверное, легче. И что я... Замки, обратите внимание. Здесь какие замки? Мы откручиваем, прикручиваем катушку. Когда надо снять катушку, это все заедает. Видите? Вот эта проблема. Постоянно заедает вот этот замок. Здесь же, смотрите, откинули как надо, отрегулировали, затянули и зажали. Что хочу еще сказать. Открывал я сезон, ловил красноперку. Когда я обычно ловлю на эту удочку, красноперку, она вообще не чувствуется. Я смотрю только по поплавку. Когда клюет поплавок, я достаю, никакого чувства нету, что-то висит. На эту же удочку я ощутил просто, как бы, как боролся с рыбой, можно сказать, с красноперкой. Я ее почувствовал. Она, посмотрите. Смотрите, кончик. Очень пружинистый, хороший кончик. Сама удочка, когда ее держишь, как одна большая пружина. То есть максимальное ощущение. Мы чувствуем, вот я ловил красноперку. Ловил подлещика в этом сезоне. Подлещик вообще на 200 грамм. Такое ощущение, я почувствовал, как будто я на килограмм карпа достаю. То есть вот с такими вот обычными удочками такого нету. Я сам много лет ловил на них. Думал, что это очень круто. Вот случайно я наткнулся, взял вот эту удочку. В 2 раза переплатил. И мне очень понравилось. Максимальное удовольствие теперь от рыбалки. Я, правда, 2 раза еще только ее использовал. Но удовольствие, я вам скажу, максимальное. Как бы, ну, каждый сам решает, какую удочку поплавочную брать. Но я вот очень остался доволен вот этой удочкой. Скоро я поеду на карпу рыбалку. Карп вообще, наверное, будет просто супер. На килограмм карп с такой удочкой. Это максимальное будет удовольствие. Ну, каждый сам решает, какую удочку для себя купить, если будут бюджетные. Я вот 1 раз переплатил, остался очень доволен. То есть удочка, всем рекомендую, удочка хорошая. Ну что, на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!